Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки». И сегодня у меня на столе вот такие развивающие игры-ходилки от компании «Ракета». Здесь у меня 6 игр. Они одинаковые, но с разной темой. Тут есть игры как и для девочек, так и для мальчиков, так и те, которые понравятся и тем, и другим. Давайте теперь каждую игру посмотрим более подробно. Все игры упакованы вот в такие пакетики прозрачные, так что можно сразу оценить, как будет выглядеть наше игровое поле. И в комплект идут фишки и кубик. Также каждой игре. Эта игра-ходилка называется «Авторалли». Давайте вытащим из пакетика ее. Каждая игра укомплектована вот такими фишками и кубиком. И теперь посмотрим игровое поле. Оно сделано из картона, и его нужно разложить. Тут у нас старт. Мы проезжаем вот такую дорожку, даже проезжаем через туннель. И наш финиш, кто первый, получает кубок победителя. Также в этой игре есть стрелочки. Попадая на цифру определенную, мы следуем по стрелочке. Как идем вперед, так и возвращаемся назад. Также здесь есть некоторые задания, например, изобразить самолет, прокукарекать 5 раз, изобразить кошку, которая ловит мышь, или классика – это пропуск хода. Эти игры компактно складываются, удобно хранить и брать с собой в дорогу. Давайте теперь откроем следующую тему. Еще одна интересная тема для мальчиков – это танки и авиация. Точно такой же комплект фишек и кубиков. Вот такая красочная здесь картинка. Нарисованы танки, солдаты, самолеты. Старт. Вот так мы движемся через окопы к финишу. Здесь также есть клеточки с пропуском хода и стрелочки. А эта игра называется «Вечеринка с монстрами». Здесь гораздо больше ходов, чем в предыдущей игре. 146, вот он старт. Очень извилистая тропинка. И вот он финиш. Тут также есть клеточки с пропуском хода, стрелочки. И пугающие в то же время веселые картинки разных скелетов, зомби, монстров и прочих сказочных персонажей. А эта игра «Очаровательные феи». Вот такое здесь светлое, доброе, сказочное игровое поле. Тоже достаточно много шагов, 140, вот он старт. Движемся и финиш. Здесь у нас нарисованы красивые феи с крылышками, единороги, сказочная река, дерево волшебное и даже есть баба-яга на метле. Тут есть клеточки с определенными заданиями, например, назови 5 принцесс, назови 5 волшебных предметов, вы замерзаетесь, танцуйте, чтобы отогреться. Вот такая интересная, красивая игра. Эта игра называется «Ферма». Эта игра особенно подойдет для деток помладше, потому что здесь очень крупные клетки, разноцветные, и всего 68 шагов. Так что подойдет как первая игра-ходилка для детей. Картинки здесь яркие, красочные, узнаваемые зверушки, точно оценят малыши. Плюс здесь простая дорожка, по которой ребенок точно не запутается, куда идти, как это бывает с кружочками. И последняя игра – «Африканское сафари». Здесь тоже очень много клеток, 157. Здесь мы побываем на сафари, увидим льва по дороге, слона, побываем в пещере. Тут нам тоже придется выполнять разные задания. Например, расскажи все, что ты знаешь об Африке.
Тебе так жарко, мучит жажда, изобрази измученного путника. Кто обитает в Африке? Изобрази. А также здесь написаны интересные факты об Африке и сафари. Вот такие игры-ходилки мы с вами сегодня посмотрели. Как вы видите, у компании «Ракета» очень много разных тем, так что вы всегда сможете найти именно ту ходилку, которая понравится вашему малышу. Также для деток постарше, где больше ходов, и для деток помладше тоже есть ходилка. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал «Клуб игры и игрушки». И всем приятных игр. Пока-пока!